Чемпионату мира 2018 по футболу в Казани заменят более 300 автобусов. На сегодняшний день на балансе транспортных предприятий находится 843 автобуса. В Татарстане впервые на работу в поля вышел беспилотный трактор с системой компьютерного зрения. Одно из главных преимуществ такого трактора состоит в том, что он может работать даже в ночное время, тогда как на сегодняшний день комбайны работают только по 6 часов в сутки. К центру семьи Казан привезли первого из 4 зелантов. Фигуры зелантов, символизирующих охрану семейных союзов, установят у самого входа в ЗАГС. Татарстанские драйверы очистят дно озера Глубокое от мусора. В акции примут участие представители сообщества велосипедистов и подростки, обучающиеся дайвингу в рамках социального проекта «Расширяя границы». Российские ученые дополнили таблицу Менделеева. Один из новых элементов с атомным числом 115 назовут Московия. Еще один, 118-й по счету, получит имя Оганесон в честь профессора Юрия Оганесяна. В Казани открыли новое здание арбитражного суда. В учреждении соберутся вместе все сотрудники суда, которые ранее работали в трех разных частях города. В Татарстане началась работа по развитию медицинского туризма. Сейчас определяется пакет медицинских услуг, который можно на первом этапе предложить российским регионам и потенциальным зарубежным рынкам. В смене пройдет презентация книги «Дождя не ждите» журналиста Дмитрия Гавриша. В книгу вошли три репортажа писателя из поездок по Украине и России, впервые опубликованные в швейцарском журнале.